Вы были в Москве, Алексей Николаевич? Был. Ну, что мой Борька? Только правда, Алексей Николаевич. В порядке, жив, здоров. Учится отлично, перешел в 5-й класс, хулиганит, девчонок за косички дергает, просится воевать. Перешел в 5-й класс. Совсем большой. Бабушка тоже здорова. Ухаживает за Борькой отлично, в этом можете не сомневаться. Я ей звонил из Москвы. Спасибо, Алексей Николаевич. Ну, а что наши? Как Кузнецов? Как Петр Иванович? Петр Иванович вернулся. Он побывал у черта в зубах и вернулся. А вот Коля погиб. Погиб. Маша. На фронте лучше, Алексей Николаевич. Там даже умираешь среди своих. Я часто мечтаю о фронте. Тяжело, Машенька, я знаю. Ну что поделаешь? Такова наша работа. Нам поручено жить среди врагов, и мы должны жить среди врагов и улыбаться. Вот этого я никогда не делаю. Это я знаю. Маша, у нас очень мало времени. Но уж если вы пришли ко мне, когда американцы думают встречаться с Крупом? Они едут к нему в четверг. А вы? Ну, как же без меня? Кто будет заботиться об этих драгоценных жизнях? Нам поручено узнать все, что возможно об этой встрече. Стараюсь. Имейте в виду, Люнас, личный камердинер Круппа, уже давно работает на американцев.